На работу! Давно пора. Hail, it's about time. Это еще что за говно? Давай, обзоры делай. Чего? Не, вы прикалываетесь? Как я буду обзоры делать? Кто сценарий писать будет? Делай обзор. На, делай. Чем, вилкой что ли? Делай. Делай обзор. Как? Садись уже. Как? Садись, как делай. Что делать? Чтобы сделано было. Как я буду на не делать? Делай обзор. Покажи мне как. Делай. Я должен свалить отсюда! Наконец-то! Чувак, присоединяйся! Я с радостью подолблю вас. Ништяк! Фак. На работу. А денег дадите? Денег? На работу. Пошел в жопу. Ничего не буду делать. А за зарплату? Да, я сделаю все, что вы скажете. Делай обзор. Нет, только не обзор. Делай. Нет! Кушать подано. А ничего более ужасного нету? Есть. Что, например? Новый обзор. Эй, ты! Подними это мыло! Мои глаза! Гребаная тюрьма. Гребаные обзоры. Ну, хоть кинцо дают посмотреть. У нас одинаковые кейсы. Мыло. Простите? Я произвожу и продаю мыло. Пипец, как смешно! Делай обзор! Тайлер Дерден. Пора валить отсюда. И, конечно же, я застрял, Тебе следовало смазать проход мылом. Вот, держи. И делай обзор! Окей. Делай обзор! Нет. Останься со мной ненадолго. Неожиданно, не правда ли? И снято. Теперь раздевайся. Ты охренел? Двадцатку давай. All around me are familiar
faces, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Значит, вы бы хотели, чтобы мы сделали для вас обзор. Что ж, вы обратились по адресу. Вот, кстати, наш специалист. Скопить ненавижу все гадные. Вы шутите? Нет, это его работа. Вы наняты. Эй, ты, хорошие новости. Мы больше не делаем игроворги, а вновь возвращаемся к сериалу. Чё, правда? Конечно нет. Ты будешь делать обзоры до конца своей жалкой жизни, потому что это быстрее, проще и прибыльнее. Почему был такой хреновый обзор на Виту? Тебя что, мало заплатили? Из-за тебя у нас больше не будет продажных выпусков. Где нам будут запрещать обсирать что-либо, использовать Дрейк Фейс и зеленого слоника? Потому что мы не продажные сучки. Теперь уже нет. И раз уж такое дело, вот, подотрись и иди делай обзор. What? He's gone. What? Слушай, ты весь день смотришь Adventure Time. Заставку успел сделать? Нет. Ну и насрать. Обзор делай! Обзор делай! Nasty. Nasty jazz. Почему ты стал делать такие короткие заставки? Эй, амиго, амиго! Я тебе уже говорил, что такое безумие? Мне не нравится, как ты на меня смотришь! Счастья, радости, здоровья, успеха, бабла, зачетов, хороших оценок, красивых мужиков и милых женщин вам, смотря что предпочитаете. С наступающим 2013 годом! Что за пи***ц? Делай обзор! Ты живой? Вставай! Вставай! Ну ты все там? Почти. Вот, тебе это пригодится. Твою мать, как же долго. Ненавижу монтировать. Только сидишь, режешь, соединяешь все, как мудак. Сделай нас единым. Чё? Сделай нас единым. А я чем занимаюсь? Начальник? Да вы заебали уже! Выпустите меня отсюда! Я вообще ненавижу видеоигры! Слышите меня? Шлюхи! 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 Быстрее, вяжите его! Хер тебе в рыло, сраный урод! Есть! Я опять победил! Только потому, что у тебя глаз нету! Мужайтесь. Конец близок. Помните! Это был последний обзор, и я сваливаю отсюда ко всем чертовым бабушкам. Обзор. Пишем.
Почти. Я ведь похож на гомика. Сейчас или вообще? Пишем! Это был последний обзор, и я сваливаю отсюда ко всем чертовым бабушкам. И снято! Прекрасно! Это было самое дешевое и экономически выгодное завершение сезона, что я когда-либо видел. Фух, наконец-то мне больше не придется наряжаться в эти лохмотья. Чё? Ты правда думал, что мы так просто тебя отпустим? Возьмем так и бросим все? Откажемся зарабатывать на твоем бесплатном труде? Ха! Я же уже говорил тебе! Ты будешь делать обзоры до конца своей жалкой жизни! И ты ничего не сможешь с этим поделать! Это твоя судьба! Тебе некуда бежать и негде прятаться! Не сопротивляйся! Исполни свое предназначение! Ты чё, долбанутый? Чё ты там делаешь? Отвали! Ты хоть знаешь, сколько там пыли? Отвали! Слезай оттуда немедленно! Сосни конца! Сычонок, я тебе покажу! Ты не можешь сидеть там вечно! Спорим? Ну что, как настроение? Хрен с тобой, я согласен. Эй, хорошие новости! Тебя как лучшему единственному работнику месяца мы все-таки решили выплатить зарплату. Да ладно. Вот, не стоит благодарностей. Нахрена мне расческа? Какой же он тупой! Он вновь надеется, что это действительно будет последний сезон, и что он все-таки обретет свободу! Ну как можно быть таким наивным? Стой! Дай мне пару минут навешать тебе лапши на уши, будто тебе действительно не стоит этого дела! Ты мне не сын! Ha ha.